Мы должны максимально эффективно использовать площадку СНГ, глубоко проанализировать потенциал нашей организации и задействовать все возможности многопланового сотрудничества. Уважаемые коллеги, с удовлетворением хочу отметить, что, несмотря на вызовы, нам удается обеспечить положительную динамику по всем направлениям партнерства в рамках СНГ. Так, товарооборот Узбекистана государственным сотрудничеством по итогам прошлого года увеличился на 35%, а с начала этого года вырос еще на треть. Успешно реализуются проекты кооперации в машиностроении, энергетике, химической, фармацевтической, текстильной и других отраслях. Только за последние месяцы с партнерами из стран СНГ запущено более 800 новых предприятий в Узбекистане. Интенсивно развиваются культурные связи. На регулярной основе проводятся фестивали, концерты, ярмарки, спортивные и другие мероприятия.